Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня опять трешуем. Это немецкий сервер. Зашел я на свой аккаунт, ну, который основной идет под всеми почтами. Здесь еще даже оказалось 3000 самоцветов. Обновились у нас акции. Просто бешеный, какой-то бешеный сервер. Так, что у нас тут по плюхам есть? В общем, блин, куча всего. Я вам сейчас покажу акции, какие есть. Аккаунт, на котором я давно уже, ну, скажем так, я захожу сюда периодически. Как видите, есть стрелок. Я, по-моему, его даже здесь вытащил. Я его не получил с акции. Я его именно вытащил. Так, вот, отлично. Тут у нас есть еще. Ну, в принципе, такое забирать не будем. В общем, поехали сначала по акциям, пробежимся, посмотрим, что есть на немке. Во-первых, здесь очень регулярно, я уже показывал. Ну, как-то странно, я не могу... я не могу забрать, потому что у меня место. Сейчас освободим. Фонтан. То есть на русском сервере тоже открыли фонтан, но здесь он более регулярно есть. Также здесь был реально топовый Бугрома. Там, по-моему, еще на каком-то серваке он был. Чем мне нравится. Каждый раз, когда у них выходит какая-то акция. Не знаю, сейчас посмотрим, что это за акции. У них дают самоцветы. Мало таких серверов, где дают самики. О, нифига себе. Нифига себе. Я думаю, лучше были бы герои. Вот. Вот такие вот. Базар поменялся, дали плюс 50 самиков. Это очень круто, я вам скажу, потому что мало на каких серверах такое есть, по крайней мере на английском и на русском такого нету. Здесь это фактически каждый день. Так, что у нас тут сегодня есть? Ну, сегодня такое что-то 5. Ну, кстати, скудненькая акция. Магазинное безумие. Очень печальная. А теперь поехали на трэш. Хрусталка тоже здесь, я скажу вам так. Я не знаю, сколько, правда, если это за большой пак, вот такое вот дают. Хрусталка здесь печальная. Мне она не особо нравится. А вот пират. Пират здесь один из топовых. Но я вам показал сегодня пирата на АЭС. Сейчас посмотрим, такой ли же здесь пират. Смотрите, здесь можно получить, ребят, получить оккультиста и сумки зефира. То есть, по сути, можно и огника получить, и зефира. Но, правда, первое, но все равно очень круто, я считаю. Мы сейчас этим воспользуемся. Так, давайте еще разок плюшки пересмотрим все. Я вам покажу алтарь, который есть. Я вообще на этом аккаунте не играю. Оккультист, в принципе, неплохо. Десятая. То есть, можно это все за самики. Вот у меня есть просто уже... накопленные самоцветы. 2000 нам точно хватит. Скин, в принципе, неплохо. Но по расходникам, как видите, здесь нету сундуков. Если сравнивать с AS сервером, на AS сервере есть сундуки, с которых я открывал и получил сегодня довольно-таки дохрена плюх на бездоната. Тут этого нету. Так, бесплаточка плюс 100 камешка. Вот так вот нам дали. Хорошо. Забираем, спасибо. Не знаю, за счет чего там сила увеличилась. Такс. По героям поехали. Покажу вам алтарь. Посмотрите, что у меня есть. Есть стрелок. Посмотрим стрелка. Пожираем всех лишних героев. Чтобы они нам тут не мешались. Что-то их реально тут дофига. Так, вроде все. Плюс Фрэнк. Я даже думал, может, стоит начать играть, поставить какую-то цель здесь. Так. Это мы причем этих героев повытаскивали. Я не помню уже на каких там акциях. С талантами, конечно, здесь беда. ПБшка.
Махатма. Это стандартные вот кинди, дерево. Сейчас я их пооткрываю, потому что нам места не хватит на плюхи. Так. Снеговик. Дикий Атлант. В общем, нормальный уже такой алтарь. Тыква, куб, в принципе, их тоже можно получить. А, так, а ну-ка, у нас есть тут, по-моему, должно быть. Так, по-моему, это... На смену мы часть забрали, часть сейчас заберем еще. Давайте сделаем смену таланта. Вот, отлично. Получим еще халявные. Блин, 54 самоцвета. Даже не знаю, на чем мы их сейчас можем заработать быстро, чтобы три раза жмакнуть. Плюс 5. Ну-ка, сейчас посмотрим быстренько так, чтобы получить халявные плюхи. Три раза хочется все-таки жмакнуть. Так, ежедневный вход мы тут выполнили. Тут, кстати, тоже ежедневка, посмотрите, какие плюхи дает. Ну, на русском сервере такого нету. Здесь тоже календарь очень довольно-таки неплохой. А, так, блин. Что нам такого интересного можно выполнить? Напасть 20 раз на кого-то. Нас тут разнесут быстрее. Так, плюс 15, по-моему, хранилище. Сейчас попробуем по бырику на чем-то заюзать волны. 1500 силы надо. Но попробуем повысить немножко силу. Сможем ли мы волну А затащить стрелком? Думаю, сможем. Стрелок тащит. Сейчас его уже реже используют. Так, отлично. Я надеюсь, там не 10 самоцветов. Их все-таки 10. А, так, 5 подземок. Ну давайте пройдем еще 5 подземок по перику. Правда, со стрелком это будет не так уж и быстро. Сейчас мы возьмем сюда мега имбу. Это будет у нас Махатма, она быстро раздает, поэтому это сейчас будет быстренько. Я вам еще не все акции показал, ребят, там еще есть трэш. Кстати, мы его так и не забрали. За один самоцвет. Ну, не только за один самоцвет. Вот посмотрите, за один самик какие плюхи можно получить. Потом это все потратить. То есть за 300 самов, как видите, просто обалденные паки идут дальше. Дальше еще пожестче.
5000 самоцветов и вот взяли себе, либо уже такой мега, ну это 11 тысяч само, я думаю, это жирновато. Так, немножко я не туда напал. Нам надо подземки пройти. По-моему, 5 как минимум. Ну, с махатмочкой это быстро. Махатма тащит. На мелких левелах особенно. Любой герой тащит. Так. А, там, по-моему, за героя. Сейчас мы быстренько добьем и пойдем. Посмотрим, сможем ли мы словить оккультиста. Либо какие-то топовые плюхи. Так, еще одна подземка. Мега сложная, мега жесткая. Так, отлично. Плюс 20 самоцветов. Ну что, поехали. Пробуем, ребятушки. Немецкий пират. 1200. Был 1500, кстати. Три К кулаков, 90 слизней и 4 смены. В принципе, такое себе. Мне кажется, на английском трэш получше был бы. 10 камешков, скин, вторая сумка. Ребятушки, вторая сумка, две штуки. Блин, ну круто. Сейчас попробуем. Попробуем, попробуем. Еще вторая сумка. Ну вот так вот. На командорку скин, оккультиста, к сожалению, мы не словили, но, ребят, мы словили 4 сумки, 4 топовых сумки. Посмотрите на вот эти вот плюхи. Это еще не все плюхи. За 3600. Вот они самые основные. Сейчас мы пооткрываем все лишнее. 4К, сам, говорю, самоцветов, этих тоже неплохо. Так, отлично. А у меня кагашек нету, к сожалению. Так, это такой нам пак дали. Так, и что у нас тут осталось? Ну, скин остался, мы его потом заберем. В общем, окей. Ну что, поехали, потрешуем. Посмотрим, какой шанс словить розу. Капец просто. 10. 10. 50. И 80. Нифига себе. Ребят, за 3600 я практически собрал розу. 150 осколков. Это за 3600. Это я зашел, поиграл там, не знаю, пару минут. 10 минут. И у меня на аккаунте практически есть роза. Вот такой вот немецкий сервер. Окники, все дела. В общем, пишите комменты, что вы думаете по поводу этого сервера. Ставьте лайки, переходите сюда играть, кто может. Всем удачи, всем пока.